Всем привет! Сегодня у меня такое ночное видео. А у нас уже 10:30, 10:30 ночи. А почему я решила сделать это видео? Потому что скоро мы уезжаем с Виктором. Через часик он уже придет с работы, он до 11:30 работает. И мы уезжаем с ним в путешествие. А чуть попозже я расскажу, куда мы едем. Потому что буду снимать, наверное, дорогу и уже конечную цель, куда мы приедем, это будет утром. Прическу вот сегодня себе новую сделала. Так мне понравилось, так меня красиво подстригла девушка. Это мы уже все это. Плавающий мост. Это даунтаун Сиэтла, центр города. Такие здания высокие. Там красота какая вообще. Beautiful. Классно. That little tower with the flag on it used to be the tallest building on the west coast. Oh, really? Yeah. I think it's 100 years old. Oh, wow. But it looks pretty small now. Yeah, it's tiny. Уже ближе подъехали к этим небоскребам. Сколько здесь этажей, интересно? How many? 104 этажа. Нифига себе. Да, Сиэтл, конечно, внушительный город. С нашим Спокеном не сравнится. This summer was particularly busy because of Brittany's wedding. А вон эта смотровая башня, да? Откуда видно Сиэтл? Сиэтл, он такой весь на горах находится. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вон там домики на горах. Our building, my company used to have a building. Right about where those two cranes are. Впереди нас какая машинка классная. We left. Mm-hmm. Because it was the... And then we travel from one to the next. Okay. We're supposed to get off here. There's a cruise train. The hard part.
Okay, so it says over there. So you'll go into passenger check-in over there. Not on this side, because see how it says up there? Mm-hmm. February solstice? Mm-hmm. Well, on that side, it's... Okay. And I think I should drop off my baggage first, or do you know? Мы прибыли на наше место назначения в Сиэтле. Здесь... С одной и с другой стороны стоят два лайнера. Но вот это точно не наш Celebrity. А вот этот, наверное, наш, да? Да, это наш. Это наш. Вот на этом лайнере мы поплывем с Виктором в путешествие на Аляску. Мы приехали в Сиэтл. Погода ужасная, вообще снег идет. Главное, у нас жара, да, в Спокене. Вчера вообще там было 108 градусов. А здесь вот мелкий снег, холодно. А я представляю, что дальше будет там. Ближе к Канаде, к Аляске. Витя закаленный, да, в футболке. Мы сдали багаж. И сказали, что багаж привезут в комнаты, но уже там ближе к вечеру. Поэтому такие надо основные вещи с собой брать. Там лекарства, вещи первой необходимости. Все, прошли мы через пограничный, так сказать, контроль. Devil of the Seas. Виктор так прошел, а меня проверяли. У меня писмейкер стоит. Я не могу проходить через вот эти детекторы, где там звенит. Так что меня как бандитку проверяли. Общупывала женщина, все смотрела. Не очень приятно, конечно, но... Уже внутри лайнера зашли. Сейчас ищем свою комнату. Вау, как здесь классно. Вот это будет наш дом. Целую неделю мы будем жить на этом лайнере. Так красиво. Лифт поехал. Там мы в холле сидим, ждем время. Сейчас 12 часов, нам сказали, только в час можно заходить в свои комнаты. Витя спит, умаялся. Всю ночь не спали. Там бар есть. Вот уже музыкант начинает играть. Зашла я в реструм, комната отдыха. Здесь так красиво и пахнет вкусно. Четыре зеркала таких круглых, как иллюминаторы, окошки. Так, и сколько тут? Раз, два, три кабинки. Здесь тоже зеркало, мусорка золотая. Такая красивенькая, аккуратненькая комнатка. Вот этот знак ставят, когда если помыли пол,
и пол скользкий, предупреждают, что пол скользкий, будьте осторожны. Bourbon and water. Bourbon.